Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, Московское шоссе, 34. Посмотрим ассортименты, новинки, которые прибыли на этой неделе. Всем приятного просмотра! В продаже наконец-то появились саженцы плодовые. Их все очень ждали. Появилась малина, есть несколько сортов. Красный атлант и желтое оранжевое чудо. Смородина черная, деликатес. И есть еще один вариант пигмей. Также есть красная смородина, сорт ненаглядная. Цена 126 рублей, производитель Польша. И есть еще такие декоративные кустарники садовые. Тоже здесь они в ассортименте. Вигела, румба, сирень. 170 рублей не стоят. И есть саженцы роз. Вот розы, конечно, здесь в большом ассортименте. Здесь чего только нет, смотрите. Они разные цветом, разные сорта. 143 рубля стоят саженцы роз. И причем они прям такие зелененькие, живые, прям в хорошем состоянии саженцы. Производитель тоже Россия. Также есть луковичные цветы весенние, гладиолусы. По 3 луковицы идут здесь в пакетике. Ирисы, смотрите, вот тоже есть, тоже 3 луковицы. Здесь они в большом ассортименте, прям стоят в такие огромные коробки. В основном гладиолусы, вот я смотрю, прям очень много гладиолусов. Разных сортов, разные цветом. Много в наличии. Также есть лилии. Стоимость 40 рублей за 3 штучки. Еще одна новинка в отделе посуды – это миски. Миски со сливом, с мерной шкалой. В наборе их 3 штуки, объемом 2 литра, 2,75 и 3,75. В составе полипропилен, производитель город Москва. На выбор есть два варианта по цвету – голубые и розовые. Стоимость 199 рублей. Также в продаже есть ковш из нержавеющей стали со стеклянной крышкой, в которой имеется отверстие для выпуска пара. Объем 1,9 литра, подходит для всех видов плит. У этого ковша капсулированное дно, производитель Китай, цена 388. В наличии есть эмалированные кастрюли российского производства, объем 5,5 литров, цена 570 рублей. И есть такие же кастрюли объемом 11,5 литров. Стоимость 863 рубля. Также в продаже есть вот такие алюминиевые тазики. Они объемом 10 литров, диаметр 36 сантиметров. Производитель завод Демидовский, Россия. Стоимость 495 рублей. Также здесь в наличии есть еще вот такие эмалированные кастрюли. Они объемом 4,5 литра с очень красивым декором. Производитель Россия, цена 463. А это наборы корзин с ручками и с крышкой. В наборе 3 корзины разного размера. На выбор есть два варианта по цвету. Цена 322 рубля. Также в продаже есть зеркала косметические, они с сенсорным управлением подсветки. Здесь 16 светодиодов. Угол наклона зеркала меняется. Два цвета в наличии, черный и белый, цена 300. А это щипцы для завивки волос. Мощность 35 Вт. Щипцы с керамическим покрытием. В комплекте идет расческа и две заколочки для укладки. Производитель Китай, стоимость 997 рублей. Измельчитель электрический торговой марки Марта. Объем чаши 1 литр, максимальная мощность 500 Вт. Ножи этого измельчителя изготовлены из нержавеющей стали, и в комплекте идет насадка для взбивания. Производитель Китай, цена 1240 рублей. Также в продаже есть вот такие удлинители силовые торговой марки Demax. Длина провода 25 метров, максимальная подключаемая мощность 1300 Вт. Производитель России, город Москва, цена 408. Еще одна новинка в магазине «Светофор». Завезли вот такие классные маленькие коврики. Они с латексным покрытием, с антискользящим. Размер коврика 40 на 60 сантиметров. Производитель Турция. Коврики здесь разного цвета. Очень симпатичные. Смотрите, есть полосатые такие вот оранжевые. А есть вот темно-синие в клеточку. Тоже красиво очень смотрится. В общем, дизайны и расцветка в ассортименте. Их только завезли. Здесь в наличии огромное количество. Смотрите, как много. Симпатичные коврики, а главное качество прям отличное. Цена 263 рубля всего лишь. В магазине «Светофор» появились в наличии вот такие швабры с металлической рукояткой. И вот с такой насадкой из микрофибры. То есть все это идет в комплекте. Производитель Россия, цена 193.
А это зубная паста Локолют Классик. Крепкие зубы, здоровые десны и свежее дыхание. 65 грамм в этой упаковке. Рекомендуется использовать не менее 2 раз в день. Предназначена только для взрослых. Производитель Германия, цена 70 рублей. Также в продаже есть гель для бритья торговой марки Gillette Blue. Для чувствительной кожи 200 мл, цена 151. В огромном количестве завезли детские кроссовочки. Кроссовки в наличии 2 расцветок. Есть вот такие синие и зеленые. Размеры с 23 по 35. В составе подошвы ПВХ, верх текстиль, производитель России, город Москва. Стоимость 364 рубля. Также есть в наличии галоши из ЭВА. Они утепленные, с меховой опушкой. Есть как мужские, так и женские размеры в ассортименте. Цена 347 рублей. И есть обычные вот такие тоже галоши из ЭВА, они тоже утепленные, высокие, с бортиками, в наличии 2 расцветки, размер в ассортименте. Цена 238 рублей. Производитель также Россия. В наличии в магазине Светофор есть вот такой быстрый парник-туннель. В комплекте идет укрывной материал, 10 полуарок и 5 соединительных трубок. Размер материала 1,60 м на 6 м, производитель Россия, цена 281 рубль. Также есть укрывной материал армированный, 421 рубль он стоит, размер 2 метра на 10 метров, производитель Россия. Лейка с рассеивателем объемом 10 литров, в наличии остались только голубые, производитель Россия, цена 146 рублей. В продаже есть кухонные стулья, они на металлокаркасе с сиденьем из эко-кожи, называются стандарт, цена 749. Также в продаже есть круглые табуреты, тоже на металлокаркасе с сиденьем из эко-кожи. Максимальная нагрузка 100 кг, высота табурета 44 см, диаметр 30, цена 324. На кассе есть вот такая портативная мини-мойка высокого давления. Она работает от аккумулятора, мощность 250 Вт. В комплекте идет мини-мойка, зарядное устройство, аккумулятор, шланг, встроенная трубка для мойки, пеногенератор, насадки, фильтр и переходник. Длина шланга здесь 5 метров. Максимальное давление до 30 бар, расход воды 190 литров в час или 3,2 литра в минуту. Производитель Китай, стоимость 3799 рублей. Также в продаже есть аккумуляторная дрель, шуруповерт 12 вольт, удобная прорезиненная рукоять, имеется LED-подсветка, цена 1027 рублей. А это многофункциональная фен-расческа для сушки и укладки волос. Мощность ее 1300 Вт, здесь два режима работы, в комплекте идут две насадки-расчески, цена 800 рублей. Также в продаже есть светодиодная лента с блоком питания для уличной подсветки. Комплект полностью готов к применению, ничего дополнительного покупать не нужно. Длина этой ленты 5 метров. И сейчас посмотрим характеристики. Теплый белый свет, 5050 Кельвин, 14 Вт мощность и 650 люмен световой поток. Производитель Китай, цена 966 рублей. Также в продаже здесь есть вот такое средство от кротов, и это средство помогает не только от кротов, но еще и от медведки. Специальные гранулы, 200 грамм в упаковке, цена 46,90. А это ручной опрыскиватель с помпой, объем его 3 литра, изготовлен из полипропилена, производитель Россия, стоимость 218 рублей. А это жидкое удобрение Agricola Aqua, здесь они в ассортименте, есть для комнатных и балконных растений, это универсальное удобрение, и есть удобрение для рассады Forward. 250 мл во флаконе, стоимость для комнатных растений 59, для рассады 48. Тент универсальный, укрывной, изготовлен из 100% полипропилена. Он с крепкими люверсами, размер 3 на 4 метра, производитель Россия. Тенты серого цвета, цена 245 рублей. Также в продаже есть шланг поливочный, гофрированный, торговой марки «Альтернатива». Длина его 20 метров, диаметр 20 миллиметров. Производитель Башкортостан, город Октябрьский. Шланг вот такого серо-синего цвета, цена 240 рублей. А это светильник настенный, светодиодный. Он заряжается от солнечной батареи, имеется датчик движения. Здесь 350 люмен, мощность 12,5 Вт. И всего здесь 20 лет ламп. Производитель Китай, цена 215. Также в продаже есть вот такие наборы для бритья. Здесь один станок и 25 запасных кассет с тройным лезвием и с увлажняющей полоской. Производитель Китай, цена 285.
В наличии есть скамья садовая со спинкой. Она на металлокаркасе, сиденье и спинка изготовлены из дерева. Длина 120 см, цена 1690 рублей. На сегодня у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!